Привет, друзья! Сегодня я хочу сделать очень интересный обзор. И вот, кстати, за что я люблю свою работу конструкторскую. Это вот за то, что вы мне постоянно подкидываете какие-то новые идеи, новые задачи. И вот это очень-очень меня воодушевляет. Значит, смотрите, ну, кто следит за моим каналом, тот в курсе дела, что у меня есть механизмы, серия BFG. Вот такой фирменный знак, логотип у него. Есть рычажные механизмы для складных ворот, типа гармошка-книжка. BFG Uni, BFG 3050, 5080, BFG Mini и BFG Indie еще есть новый. Наборы сделай сам. Вот. Вот так он выглядит, если мы посмотрим на него сверху. Это один из наборов. В данном случае это BFG 5080, потому что створка ворот у нас тут 50. И, соответственно, это номер указывает на толщину створок. От 50 до 80 мм можно ставить. Но, смотрите, в чем вся фишка. Эти ворота должны открываться вовнутрь. И бывает такая ситуация, когда двор неровный, да, а имеет подъем вовнутрь двора. Вот видите, специально указал. Такой пандус, как бы он указывает, что подъем идет. Вот. И если мы начинаем открывать ворота, соответственно, они упрутся сейчас в эту землю и все. Либо делать зазор, то есть эти ворота надо было поднять вот где-то вот сюда, чтобы они не уперлись при открывании. Либо существуют такие интересные петли, которые позволяют изменять наклон дверей при открывании. Бомбезная вещица. Никогда с ними ранее не стыкался. И вот Людвиг из Германии заказал мне такую вещицу сделать, адаптировать мой механизм под вот эти петли. И смотрите, что получилось в результате. Наблюдайте за подъемом дверей. Вот мы начинаем их открывать. Все как обычно. Как бы ничего необычного, но обратите внимание, если мы поставим в такой плоскости, ворота имеют наклон, они следуют за подъемом двора. Вот. И самое интересное, что пришлось адаптировать мой механизм под эти штуки, потому что он тоже изгибается в этом месте. Стандартный не подходит. И пришлось сделать вот такой палец шарнирный, который крепится к тяге при помощи сварки, вот здесь в данном случае, и болтом, гайкой, вернее, крепится к телескопической вот этой тяге, регулировочной, вернее, тяге, которая служит для регулировки конечного положения створок. Вот, давайте посмотрим то же самое, только сбоку. Теперь вот мы их закрываем, и они обратно становятся в одну плоскость со столбом. Видите, прикольная вещица, мне очень нравится. И поскольку таких петель, допустим, вот у нас в Украине, я нигде не встречал, ну, я, естественно, предлагаю, если кому-то нужно, могу сделать такие петли и адаптированный механизм именно под эти петли, потому что стандартный сюда не подходит. Здесь нужен еще шарнир, который будет механизм следовать вот за изгибом этих ворот, за углом, вернее. Потому что они теперь двигаются не просто в одной плоскости, но еще и вертикально изменяют свое положение. Так что спасибо пану Людвигу за его заказ. И не забываем, что мой канал работает как конструкторское ателье. Поэтому вы можете обратиться ко мне с любыми своими запросами. И я постараюсь реализовать вашу идею уже в железе. Заказываем на мои механизмы для складных распашных ворот типа гармошка, книжка. А также, если нужно, вот эти петли, вот так они выглядят. Эта петля, она тоже шарнирная, верхняя и нижняя. Цены, это надо будет уточнять, потому что я его еще не делал. Разработаю эту петлю, и тогда уже точно могу сказать. Единственное, что фирменные петли эти стоят 190 евро. Вот такая штука. У меня будет дешевле. Все, всем пока.
Ставим лайки, не забываем подписываться на мой канал. Будьте активны, пишите комментарии. Спасибо.